Семена колокольчика гарганский филигри – отличный выбор для ландшафтного дизайна придомовой зоны, садов и клумб. Многолетнее, декоративное растение карликового вида привлекательных колокольчиков, любит солнечный свет. Тоненькие ползучие стебельки вырастают до 15 сантиметров, создают компактные кустики. Листья небольшие, трехзубчатые, зеленые, цветки голубые с сиреневым оттенком, с раскидистыми лепестками, в виде звездочек, размером до 4 сантиметров. Обильное цветение, в июле-августе, полностью скрывает листву. Колокольчики отлично смотрятся в каменистых садах, на бордюрах и в горшках и вазонах. Колокольчик гарганский филигри – это многолетнее растение высотой 15 сантиметров. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Колокольчик прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Расцветает колокольчик гарганский филигри в месяц июль. Цветок окрашен в голубовато-сиреневый цвет. Интересные цветы колокольчик могут быть до 4 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.